Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Напоминаю, что сегодня первое число, и вы можете загружать любые программы, в том числе и программы освобождения от низкочастотных программ трехмерного мира и новые программы того мира, в котором вы желаете жить. Вибрационный прогноз А3 на февраль 2021 года вашему вниманию. Этот месяц несет все больше путаницы во внешнем мире и в такой же степени больше ясности внутри. В феврале нас ожидает постоянное замешательство от того, что в социуме будут происходить, так сказать, перестановки событий. Вы, кажется, знаете, что вот там такое положение дел, а вот там всякое. Но потом вдруг вы узнаете, что все не так, не там и вообще иначе. Знакомые люди, оказывается, работают в другом месте, улицы сменили название, автобусы ездят по другим маршрутам, Моцарт не писал песен, а пароходы не летают. Да, некие очевидности для вас могут вызывать удивление у других людей. Фраза «А разве ты не знал?» может вас преследовать в этом месяце. Но и многие общие для всех положения вещей будут поставлены с ног на голову. Графики встреч, договоренности, правительственные программы – все это будет непрерывно корректироваться. В целом, все будет выглядеть так, что мир потерял контроль. Даже власти будут оглядываться и искать ответственных за то, или иное событие, но ответа не найдут. Разумеется, данный месяц даст толчок к новым конспирологическим теориям, усилятся голоса тех, кто знает настоящую правду, иными словами, людям будут настойчиво подкидывать обновленные идеи о тех, кто правит миром. Суть же этого процесса заключается в перестановке приоритетов. Каждый человек в разы усилит внутреннее воздействие на внешний мир. И, разумеется, там, где человек не готов к ответственности, он начнет искать виноватых на стороне. Очень многим сложно будет принять то, что это их собственное влияние на происходящее, а вовсе не чужая задумка. Все это не означает, что каждая ваша шальная мысль будет свергать правительство и раздвигать моря. Это больше связано с тем, как вы когда-то позволили себе мечтать о неком прекрасном мире, где вы бы хотели жить. А теперь этот мир вторгается в вашу привычную действительность. Идет реализация коллективной мечты. И сложности возникают лишь из-за развала коллективных убеждений. Происходящее можно сравнить с расчисткой старой дороги для прокладки нового шоссе. Возникают неудобства, объездные пути, но само строительство уже согласовано и идет полным ходом. В этом периоде можно смотреть на то, как вы сами меняетесь внутри себя. Это иная сторона медали. В происходящем процессе, если вы сравните себя самого с тем, кем вы были недавно или месяц назад, возможно, вы сильно удивитесь увиденному. Вы очень быстро становитесь другим человеком. Ваши интересы, ваши ориентиры, ваши взгляды, а возможно и вкусы сдвигаются. Изучите эти перемены в себе. Это может оказаться очень полезным, ведь тогда вы получите хороший шанс гораздо быстрее вписаться во внешний тренд. Здесь уместна поговорка «Кто раньше встает, тому Бог дает». Речь, конечно, идет не о соревновании с внешним миром, а о том, чтобы перестать хвататься за уходящий поезд. Если вы осознаете свои личные изменения, вам станут доступны смыслы происходящего вовне. И чем больше ясности к себе, тем очевиднее происходящее в общественных событиях.
Возможно, именно вы будете тем, кто в глазах мечущихся очевидцев тонущего лайнера спокойно пройдет по воде с удочкой на плече. Вас окликнут, а вы не слышите. Вас будут призывать спасаться, а вы пожмете плечами и пойдете ловить свою рыбу. Следите за своим восприятием, и все будет как на ладони. Очевидность на вашей, а не на чужой ладони. Знайте, что ваша воля уже реализуется. И все будет происходить согласно вашим мечтам. И все уже здесь происходит во благо всех.